Все, он просто вырубился и спит. Или у меня все сломалось. Ну, ё-моё. Вот что-то очень странное. Какие-то странные баги. Какие, где баги странные? Он начал стихотворение, начал анекдот рассказывать, и, короче, звук пропал вообще. Только игру было слышно. А, ну так, наверное, анекдот пошлый, и отреагировал-то система стриминга. Нельзя. Может быть. Везде же искусственный интеллект. Что, нельзя анекдот рассказывать, что ли? Ну, можно рассказывать анекдоты про, я не знаю, там, про девочку, которая рассказывает анекдот. А про писающую девочку уже нельзя. Ну тогда я буду рассказывать, там все заблочится и нормальная тема. Тогда вот зачитываю, хоккей. Вот все заблочилось уже и нормальная тема. Да, короче. Бухал как-то Есенин, Блок и Маяковский. Пока бухали, начали мериться, кто круче стихотворит. Ну, стихотворит. Решили выяснить экспериментом. Квартиры пошарили, сюжета нет, выглянули в окношко, а там сумерки, первые звезды, двор и девочка писает в песочнице. Сюжет есть, разбежались по углам. Через 20 минут собираются, давай читать. Есенин. Небо звездами усеяно, словно бисером. Где-то в поле подул ветерок. Под окошком девочка писает. Между ног урчит ручеек. Дальше блок. Хочется, ах, как хочется. К голой жопе прижаться щекой. Под окошком девочка мочится. В воздухе пахнет мочой. Маяковского зачитывать или достаточно блока? Ты зачитывай, пока ничего такого необычного не было. Да. Ну и Маяковский. Пизда. Шириной метр на метр. Как витрина магазина продовольственного. Мне бы хуй длиной в километр, чтобы доставить ей удовольствие. Так что... Но Маяковский все-таки немножко был поизящней. Маяковский поизящней? Да. Но Маяковский последний. До этого блок был. А перед ним Есенин. Я имею в виду настоящего Маяковского. Он писал подобные стихотворения, но немножко поизящнее. Надо найти поизящнее Маяковского. Давайте. Да, можешь изыскать. Может быть, у нас будет вечер Маяковского, и мы будем читать стихи во время стрима. Не знаю, это КГВ, мне кажется, у него вообще там нормально зайдет. Да? Да. Тем более, что он, наверное, даже Маяковского любит. Я вот не люблю Маяковского. Не нравится, а потом ты заболеешь и умрешь после такого. Ладно, плохая шутка. Ну, это какая-то шутка была слишком глубокая. Я говорю, после этого ты заболеешь и умрешь. Будешь таким заниматься. Я уже отшутился в ответ. Я сказал, что это слишком глубокая шутка. Что-то он прям очень много рабов туда притащил. Цельных 8. 6 добывают. Да и самое забавное, что здесь уже Т2 и... Две шаманницы, слушай. Да. Выходит ТТЦ, а там только экспанд ставится. А чем две шаманницы? Не знаю. Я-то больше люблю пробивать райдерами. Такие экспанды, особенно когда у меня уже есть два. Может, Ричи просто случайно мискликнул? Два бестиария и побежали. Но у Ричи, очевидно, план другой. Типа кастера будет, там, вич-докторы будут? Да нет, скорее всего, будет много шаманов с диспелом. Завардят все. И ЛС. Все завардят. Ну а что, тут очень долго будет только архимаг. Тут же нет ресурсов. Если будет только архимаг, значит, чем отбиваться архимагом? Вышку отмените, все. Большими лемами. Не будет больших лемов, не будет никаких проблем. Просто гранты и шаманы всех путов убьют. Так-то, ну, логика есть в этом, да. Другое про что по героям отстает Рич сильно. Я бы Грейдан, сейчас крипил бы. Грейдана грантов у него нет до сих пор. Грейд на грубую силу. Не, ну так-то это бред, что у Гранта Т1 юнита с этим, как его зовут, с грейдом сколько становится ХП?
800 с лишним. 850. 825. А у коня, коня Т3 юнит, когда он выходит, тоже 850 хп. Так, у них брони, ну, сколько разницы? У коня, но у коня, во-первых, очень много брони, во-вторых, у него очень большая атака, у него очень большая скорость атаки. Ну, плюс там еще грейд есть на коня. Беда, и еще у него есть грейд на хп. Поэтому, что ты там? Ну, не сам, по лимиту, типа, что там, 3 гранта, как 4. 2 коня? Ну ладно, да. 4 гранта, как 3 коня. Ну, 3 коня, 4 грантов развалят просто в хламин. И бегают, как дриадки. Да, и они очень, самое главное, догоняют, они героев догоняют. Так, ну что-то мне пока не нравится, как Ричи играет. Ну, Ричи должен скопить критмассу шамана, прийти, за все задиспелить и заэлэсить. Ну, пусть идет. Ричи это лучше перенимает у своего оппонента, он заказал 2 шаманов в одной шаманнице, 0 шаманов в другой. Ну, у него саплай блок. А, нету. Ладно, достроился только что, понятно. Ладно. Главное, что есть у него этот адепт. У него шамана. До сих пор нет грейда на грубую силу. Ну как же так-то, Ричи? А вот то, что нет бетона, и сейчас это минус все буровса, вот это прям беда, да, бедовая. ТП нажимать надо. Ричи, надо ТП нажимать. Нельзя буровса отдавать вообще здесь. Надо нажимать ТП. Нет, это не то вообще. Ну и гранты без атаки получается. Да, но 700 же, это же нет ХП, грейда, ну, на ХП. Да, да, нет, нету, нету. Я же ничего не путаю. Просто, может быть, это затык какой-то у меня произошел. Ну, диспель, диспель. Ну, а где этот ЛС? Не знаю, не кинул пока. А ФС бьет вообще этот мейн? Да все бьют мейн. Ну, тут просто отдача мейна. Просто отдача мейна, как любили говорить в эпохе империи. Чё-то как так себе. Тут что-то Рипли, правда, не кинет ничего. Надо было кинуть на точку. Ну просто так. Ну, минус все буровсы, чё. Красивый. Добрый вечер. Да. Ну тут типа минус все рабы. Тен толк. Но да, в общем-то. Нет, все-таки не выдержали нервы. У Рипли не захотел она давать экспан, телепорт. Ну и туда, а, давай, шамана. Шаманы гибнут сразу. Шаман диспелит, но уже двое погиб. А, он хочет коня. Окружали, ну, тебя. А конь ТП нажал. Да, опять ТП. Да в базу просто надо было сразу ТП делать. Так, Таурена. Ну, проблема в том, что юнитов просто ноль. Ну, грейд, ты сейчас-то надо заказать, наверное. Но ведь есть же ресурсы на грейд. Нет логов, ничего нельзя больше улучшить. Надо сделать этот самый грейд. Ну, все, это максимум, что он добился. Теперь он просто отходит. Ну, и через вышки не пробить. Не пробить через вышки. Мне кажется, да? Да. Ну, райдеров нет, без райдеров убивать, да. Ну, райдеры так себе вышки убивают. Райдеры убили бы мейн уже. 4 райдера и минус мейн сразу. Ну, возможно. Так, а между тем-то время пришло в гости отправиться. The time has come. Ну, где нет гости? Пока никого. Ну, нету, да, я про это говорю, что время-то пришло. Да. Я поэтому и пошутил про твою наивность. Я не наивный, я... Ну, причем тут гости, я доверчив. Не понял. Объясните не очень умному человеку. Ну, что, я на кондет обещался в 21.30, сейчас уже 21.30. Это я понял сразу, а при чем тут гости-то? Может, он имел в виду Костя? Да вообще ты сказал. Это ты, да? Сказал, ты чё? Я не знаю, кто чё имел в виду, ты Костя? Костя, ты Костя имел в виду? Ну, я, видимо, затупил. Вопрос в другом. Чё он вот опять бежит туда? Поставь, пожалуйста, экспан. Поделись таблеточками, а? Что вы сразу такие вот вещи говорите? Непотребные. Не палим, ладно, не палим, хорошо. Я прослушал что-то. А чё он сюда припёрся? Не знаю, поэтому говорю, получи третий левел. Надо получить. Это самое, как в прошлый раз. Вот я рассказывал, что вот ситуация. Надо получать 3-3 вот здесь. Заказывать экспант, и после этого с 3-3 куда-то приходить. А что до этого? Ну, коня окружил, смотри. Коня окружил. Правда, Таурен окружил. Таурен окружили. Ну, Таурен выживет. Таурен выживет. Ну, должен. Ну, то, что он... 3 раза выбил ТП, это хорошо. И опять смотри, наваливается на 3 вышки.
Да нет, ну это нельзя так делать, особенно без большого вейва. То есть, хоть бы был большой вейв, можно было бы вжик-вжик, и вышечка бы ну, сожрать. Он сейчас побежит туда и типа поотменяет арканки, но это максимум, что он добьется. Но лимит-то ресурс арканки. Копится у Рипли. Это да. Да, надо отменить, на экспанде строить. А, вот, мародерство есть? Мародерство опять есть? Бежит. О, дирижабли Рипли купил, это грамотно, чтобы не было никаких окружений. Да, это очень разумно. Диспл? Ты видал? Ну, сейчас будет пытаться шаманами дирижабли бить. Ну, давай, удачи. Это довольно долго. Примерно завтра ты убьешь. Не, ну типа как-то можно, наверное. Это довольно долго. Там до заказа просто 8 шаман. Так это норма. Ну это Рипли, да, тут. Это братья. Чувак, ну тут да, тут вот же что-то. Ну да, они хороши, они друг друга достойны. Шамана Фричи заказал от души. Вы не понимаете, это планирование. Да, да, обозначил намерение. Глубокое планирование, очень. Дальновидность. Это круто, конечно. И нет грейда до сих пор. Ну как же так? Ну я уже прям потерялся. Может быть действительно все-таки 700 кп максимум? Нет, 850. Ну минус. О, сейчас а что сдох? Как так? Сдох. Окружили, били, какие проблемы? Зачем он умер-то? Ну, зачем ты бьешь его? Зачем? Да, чтобы он вылез в этот. Ну телепорта нету, конечно. Ну толку, тут армии уже нет. Ну волки есть, можно волками. Ну и чё? Ну и чё? Сейчас Рибли, сейчас он даже умирает, а Эмон бежит в таверну и воскрешает его тупо, и все. Да, 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 нет, для этого надо отменить вот здесь вот юнит. Конь умер. Да здравствует конь. Нету диспо, это, буржа, нету. Но видно, насколько Рипли, ну, не собран. Да, ну я говорю, он не играл в этом сезоне вообще. Ну, удивительно то, что я его выиграл. Ну, хотя я тоже не играл в этом сезоне, так что... Не надо мне тут. Да я не играл. Я тоже не играл. Все мы не играли. Ой, такое, конечно. Как гранты-то? Это же атака плюс 3. Ладно, ХП. ХП это ничего не решает. Атака плюс 3 грантам. Они брейдеров начинают убивать. Не, ну это ерунда. Надо было вот просто изначально закрепить свою снизу, поставить там долбанный экспанд, не заказывать 8 шаманов, а поставить экспанд, и было бы сейчас все круто. Да, да, да? Все было бы отлично. Да. Ну не так. Отлично, было бы ровно. Да нет, ну у тебя были бы 3-3 герои. Ты бы с этими 3-3 героями бы лучше давал бои. Тебя то есть сейчас моргнет он, что-нибудь умрет, и ты проиграл. Ну да. надо было просто нет, ставить. Ну, так или иначе, здесь Ричи уже проиграл. Даже если Рипли потеряет все вот это, а он все вот это не потеряет, то он брейкеров убивать некому. Некому убивать брейкеров, просто некому. Да он думает, что он в доту играет. Убил этого, это круто, да. Но брейкеров ты чем убивать? Волной так, вот так. Вейв такой, пух. Ну просто некому убивать. Ну, не знаю. Сейчас, а что, ТП нету, что ли? Просто 90 шаманов бегает. Зачем? Что происходит? Героев убивает шаманы. А Рипли продолжает заказывать по миллионам брейкеров. Делается грант и не делается грейд на грубую силу. Нет, ну может он есть уже? Да ну, нет. Как? Ну как? Ну нет, не может он. 850 может. Жизней должно быть. Не должно быть там 850 жизней. Ты хочешь сказать, у Гранта 600 хп? Я не знаю. У него 150 хп. А ты хочешь сказать, что Ричи не делает этот грейд просто вот по религиозным соображениям? Так там же он еще на атаку вроде дает. Я говорю, он плюс 3 к атаке дает. Во-во. Но у него атака вроде довольно большая уже. Я подумал, может, он все-таки его сделал. Открываю Ликвипедию, смотрю. Только сейчас заказал, вон заказал.
сказал, все, не надо ликвипедии открывать. Плюс 125 запас, ударил, плюс 3 урона. А, 125, урона. Давай, хорошо, 825. Ну, я говорю, 825 должно было получиться еще в итоге. Ну, извините, я не орк. А просто вроде что-то как-то я не мог понять никак, а как же так-то? Это что зовут? Митинг шаманов или что? Да? Да. Не санкционировано. Как оно называется-то? Ну, хоть ты три бы нажал бы, я не знаю, чтобы... На Ольхоне, на Байкале, есть остров такой шаманский, Ольхон. Вот на Ольхоне есть какое-то собрание там шаманов. Ба-а-а! Ну, надо ТП жать. Ну, Ричи, ну надо ТП жать, ну нельзя. Нельзя же все тут отдать. Ну, как минимум, просто можно убегать. Ну, или убегать. Ну, сейчас же все умрет. Ну, с Грант. Верно, сейчас сдохнет. Минус и верно. Сейчас минус форсир почти. А тут уже конь. Минус шаман. Там брейкеров просто... Здрасте. Так их нечем убивать, и грибли делают. Понятное дело. А что, кузня есть, гриды не делает. Да, грибли очень неплохо играют. Лимита. Ричи делает ерунду. Вот в прошлой игре он прям играл здорово. И выиграл закономерно. А здесь Ричи играет плохо. Делает ерунду. А Ритли все равно что-то гнется. Он не ломается, но гнется. Рейдов нет. Ну слушай, его затыкали в начале, да. Хорошо. А ну, как бы, все, дальше он выправляется. Ну, Хуман тут я не знаю, как может проиграть. Мне кажется, никак. Тут, конечно, пятый форсир, да. Может, а что толку-то? Так... Ну, волки поубивают. Ну, минус герой регулярно. Есть диспел на пристах, поэтому это не так важно. Два лимита неплохо, да, 52 лимита. Ну вот, да, у Ричи все в этой игре не так. Вейв молоко диспал не кидает. Рипли давно пора было диспалить этих волков, а он, ну, сейчас минус, если коня сделать. Ну вот тут можно что-то минус сделать, наверное, потому что Рипли дерется плохо. Сейчас еще минус ЛМ. Ну вот, шаманов начал убивать. Все, нормально, Рип я начал. Перестал ерундой заниматься, начал убивать шаманов. Давно пора. И минус Турья нафиг. Эх. Не знаю, хоть Т3 бы или, блин, экспан бы ставил, не знаю, что-то, ну, что-то где. Уже поздно. Ну, пока, ну, по факту, да. В тот момент, когда вот были герои 2-2, и когда, ну, можно было нажать ТП вот сюда, вот, когда он тут ломал, спасти буровцы, отогнать архимага и побежать сразу свой. Мне кажется, да, был самый такой. Надо момент. Было райдеров строить или виверн, но вот то, что он шаманов надо. Да нет, шаманы нормально себя показали на самом-то деле. Ничего плохого не было шаманов. Он за счет шаманов затыкал героев, он раскачал своих на элемов. Не факт, что с райдерами он бы смог это сделать. Экспан бы пронес, уже было бы плюс. Ну, далеко бежать, райдеры же хороши, когда все-таки они сразу прибегают, там пока укрепления нет, пока то все. А здесь, видимо. Там одна вышка была магическая, что она райдером сделала. Две было. Они, да, не достроились. Что-то строилось там. Ну, теперь очень большая разница по лимиту, уже ничего не делаешь. Да, проблема не в лимите, а проблема в том, что ресурсов не достроится. Да, и деньги 700 осталось. Это правда. А толку, да, что там? На шаманах он раскрылся. Архимаг тоже пятый был. Сейчас в последней драке. Ну как? По идее, это архимаг должен был быть. Тут же был третий архимаг, когда там герой 1-1. То есть то, что архимаг пятый, это вообще не чудо. Тут чудо то, что форсит пятый. Еще полшестого. Полшестого. Чё-то паут жать только.
драться. Уже пора завязывать, надо много начинать. Ну, явно получается. Юниты начали умирать, ты убить ничего не можешь, ты приблизиться не можешь. Сейчас все задиспелят. Вертолет едет волков, вертолеты убивают виверн. Ну, просто прям какое-то отчаяние, безнадёжно. Вот если резюмировать, так-то когда я с ним на ТМ играл против Рича, Хум против Андеда, вот, он тоже проиграл, когда я экспанд поставил. Может быть, это уже закономерно, что он против экспанда не умеет играть? Что, Ричи не умеет играть против экспанда? Да. Ну, поиграй против него в экспанде. Ну, это в начале. Ну, в начале. Он как раз очень хорош на низких лимитах и на таком, на микроконтроле. Да, ты ничего не поставишь. Я ставил-то не в начале, и здесь Рипли тоже поставил-то, там Т2 был формально. Ну нет, здесь Рипли ставил сразу. Такой вопрос, что он так ставил, что очень медленно все происходило. Но макро это действительно не конек Ричи, правда. Потому что он часто торопится, а в макро надо играть с терпением. Но зато по микро он тут кого хочет, что-то платит. Голд кончилось, то я плохо все чувствую. Что-то все продал и все равно не хватает. ГВП даже так. О-о-о, ВС Фогин Утнис сохранил, ничего себе. Конечно, сохранил. А чё? У меня против Фоги, знаешь уже какая статистика? Какая? Очень крутая. РНТ-6, если что, заходите, кто хочет. Да, заходить. Нам достаточно того, как ты там все показываешь, объясняешь. Что-то не писал я Кандеру там? Нет. Напиши, может, что он скажет. Ну, по идее, человек должен был прийти и там дать знать. Да ничего он не должен, он забыл уже. Его память девичья? Ну, я не знаю. Я не знаю, говорит. Откуда такие предположения, что он забыл? Ну, мне кажется, это самое предположение, как бы это сказать, максимально снисходительное к нему. Ну, просто я про себя думаю. Ну вот, допустим, сейчас я напишу, он скажет: да, давай, мы что, бросим смотреть Рипли? Ну или... нет, ты напиши, что я сейчас вот Рипли с Ричи досматриваю и готов. Ты напиши, где ты есть, ты вообще будешь играть или не будешь. Вот это ты ему напиши. Пишу ему ку-ку. Потому что могу я ему написать, если ты не пишешь. Просто Young Undead — это человек, которого надо пинать. Если ты не будешь его пинать, вы не сыграете. Резюмирую. Сергей, деловые переговоры. 8-918-78-94.
Агрессивный маркетинг или агрессивные переговоры. Да-да-да. Чё там, Tripwire, лид-магнит, воронка продаж. Это не агрессивные продажи, ты просто продажи берешь. Я ничего не беру, к счастью. Я не занимаюсь продажами, к счастью. Я просто людей сажаю, все. Да, поэтому за то, что они неправильно составили документы об увольнении людей. Может, они не люди. Да, я их поэтому уволили. О, вот это что за рабочий такой? А, чтобы этого, Мерков. Ну, я видал, короче, чуваки типа просто перекупают тролля и все. Там расскажите, я не очень понимаю. То есть сейчас будет обманывать фут, и что делает рабчик? Он стукает фута? Или что? Нет, по идее он должен был блочить. Либо блочить перекупать тролля. Блочить фута должен. Я просто не понимаю, как это должно работать. Ну, вообще, ты просто бежишь, по-моему, бьешь моба любого. Они на него. Они тебя переагривают, ты убегаешь. И все. И облом. Никто понятно. Никуда не убегает, начинается раскаст. И здорово. Понятно. Ладно. Четыре, тут тоже экспанды. 4 добывают парня. Да нету тут экспанда, тут и 2 ранний. Тут раш-то 2. О, моя стратка. Ферма, видишь, 2 всего. Моя стратка. Ну, тут тодовская стратка. Не знаю, кто такой тот. Я знаю, что я так вчера играл. Я ее придумал вчера. Тот играл против Undead'а, а тот так играет против Блейда. Я вчера играл в Рифлофт. Только тогда не нажимается. Вот сейчас только нажал, то с большой задержкой. Ну, и тот играет без рифлов. Я не думаю, что тут будут рифлы. Ну, типа он 2 арканки сразу, да, быстро построит? Да, 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 да. Я думаю, что это тодовская стратка. Ну, типа это минус буруфс, та-да-та-да-та. Не, да, вроде никак, нет. Вообще. Мне кажется, сейчас второй лем еще сдох. Кута уже согнали. Не-не-не-не-не. Не убьет он буровец. Ресурсы есть, починка будет. Это, кстати, про что я говорил в первой игре. Вот так делать. Вот у него сейчас сколько получается? 3 чинят и 2 сидят. Ну да. Нет, с точки зрения дерева очень сильно провисает он. У него 91. Он второй уровень только что пошел так. Вот только 91 то. Дерево. Да, это очень мало. И элементаль, возможно, пропадет. Блейд не сможет его зарубить. Да? Или сможет? Нет, Блейд слишком быстро рубит. Да, Блейд зарубил все-таки. Магазинчика нет. Да, но он, видимо, тролля тоже. Хватит, я не знаю. Магазин он, видишь, давно-давно должен был поставить, если бы он хотел его поставить. Ну, есть, короче, агент. Некоторые хуманы, которые не строят магазин, потому что зачем агент, ты будешь все равно престол строить. Зачем да, агент магазин? Строит магазин совершенно точно, сознательно. Я ему тоже об этом говорил, он говорит, типа, слишком дорого. Я не знаю про агента, знаю про Блейда, он так делает. Не знаю откуда, но знаю. Я про Блейда знаю только то, что он быстро нарубает. Вот он бегает, он нарубает. Не, я про хумана, которого. Да, хумана я давно уже не видел. Как... Я знаю, что он очень сильный. Я видел когда-то, как он обыграл всяких жестиков. Но это уже было давненько. И, ну да, вот он прям из Юпро, из всех, он был один-единственный, кто сильно играл. Кто там были в Юпро-то, я уже забыл. Там Сер, наверное, был. Нет, или Сер не был. Там Син был точно, тоже молдавский хуман. А Сер, наверное, в Инге был, да? А кто еще в Юпро был? Кто-то еще был. Из таких, кто дожил до наших дней. Но вот Блейд был прям самый жесткий из них всех. Озер. Син. Ком. Син был. Кто еще? Ком какой-то. Не знаю, не знаю, кто там. А, командор, наверное, да? Нет? Он, наверное, да. Хуман тоже вроде. Я забыл, вроде какой-то был Undead и какой-то орк, но я забыл какие. О,
Морган там был. А, вот Морган был, да. It's Undead, да? Да, Владивостокский, про которого я тебе рассказывал. Да, ты мне про него говорил, да, я понял. Как раз мы с тобой обсуждали, ты мне говорил, что он был в Юпро, и я тогда вспомнил рейс. Ну, у них был хороший клан, но Блейд был точно самый жесткий, да? Как я помню. А, кстати, может быть, плис у них тоже был когда-то. Не отвечает, Young Undead. Трубку не берет. Он не отвечает за свои слова. А говорил, что, выходной у него сегодня? Второй работе у него, я так понял, выходной, и вечером, по идее, он должен был быть свободен. Ну, он на свидание пошел. Причину уважить нечто. О, выпала палка-лечилка, можно на красный. Да, он так и делает? Нет? Нет. А мне казалось, палкой-лечилкой прям вообще красным брать. И еще самое главное, Хуман сейчас не поймет, что туда Оркмарк выбирает. Опять нет грейда, что ли, на грубую силу? Да что ж такое, это Ричи, это же очень крутой грейд. Ну вот после встречи ему расскажешь. Да нет, ну кто я такой, чтобы учить его за орков? О, ты такой? Кто я такой? Песня, по-моему. Тоже Маяковский написал, что? Да нет, какой-то рэпчик. Вот я про это и говорю. Сейчас, подожди, кто ты такой? Трек. Килограмм какой-то написал. Килограмм? Да. Юпро килограмм. Я считаю, неплохо было. Да, кто ты такой, чтобы меня учить жизни? Ну, после того, как ты слушаешь про килограмму, ты точно какие-то таблеточки там потребляешь. Лечение, лечение. То, что ты себя палишь. Становись. Сказал бы я пару ласковых вам слов. Таблеточки у него. Просто пришел человек с хорошим настроением, у него сразу таблеточки. Хорошее вот вам настроение. Именно, да, хорошее настроение у тебя. Вы держитесь. Хилка пошла. Ну, минус блейд. На МК полная мана. Это опасно. Сейчас. Ну, МК, правда, не третий опять. А тут банка есть, мана. А, тут этот посох есть, я понял. Ну нет, опять Ричи на коне. На коне? На коне. На, да, коне тут архимаг. Ну, архимаг. Сейчас будет под конем с такими битвами, потому что, ну, все плохо у Хумана опять. У него больше лимита, но зря футарить это дрю, сейчас бы был 52. А, ну, из минусов нет грейда на грубую силу. Из минусов у него ресурсы копятся. Ему бы ставить экспанд бы сейчас. Да, ему бы либо до 3 заказывать, либо ставить. Тихо, мне что-то написали, месседж входящий. Написали, это по работе. Захостите любые карты пока. Из пока? Магазина поднимаюсь. А да, мы... Смотри, что мы не торопимся и смотрим Ричи и Рипли. Если он готов сегодня играть, то будет здорово, и как только это закончится, то... Захостим любые карты, пожалуйста. Ой, сейчас крит-джек будет, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы со мной согласны? И еще я перизма урвал. Какой же Ричи все-таки страшный. Вовремя поймал и урвал и крипа, и ауру вампиризма, и МК опять не может получить третий. Все по сценарию первой игры. Ты неправильно не гадаешь. Как там? Давай, Слава, ну-ка скажи. Он поймал крипа!
МК опять не третий! Ричи на коне, правильно? Так, Слав, ну-ка, оцени. Костя, ударь сегодня, да. Я в смысле, я просто попытался Славу спародить. Залагал, у кого залагал, меня залагал. А Слава что-то не это, не хочет сегодня со мной общаться. И опять МК. А еще. Я сам таблеточки употребляю тут, чтобы с тобой общаться. Чтобы быть на одной волне. Лукандр, правда, что-то где-то далеко. А, нет, все, ушел. Не, на самом деле, эти все шутки не мои. Это, короче, быстрый ввод в курс дела. Были, короче, там в далеких волосатых годах. А раньше ж не было водов, там, ой, водов, стримов, все такое. Не было, да. Раньше было радио на проплее. Это Майкер, просто мы подключались, получается, к аудиострему. Тогда не видео были стримы, а аудиостримы. А мы останавливали реплей, программа была Вах ТВ. Вот мы останавливали, и там синхронизировались, и все, и погнали. Ну, не суть. Суть были, это аудиокомментарии, запись. Ну, я говорю, это аудиостримы были. Ну, по-моему, это не стримы были. Ну, то есть я только в записи смотрел. Я в лайве. Ты смотрел в записи, а я в аудиостриме смотрел. Допустим, на проплее были постоянно какие-то там турниры, как-то они назывались. И вот они просто по радио. Это называлось радио раньше. Они стримили. Ну, аудиострим был. Я просто знал, что это как бы есть аудиокомментарий. Аудиокомментарий, да, мы все. Ну, короче, смысл в чем? Какие-то нашлись чуваки, которые просто решили. Ну, тоже позаписывать, типа, обзоры. Ну, раньше можно. Ой, вот это опасно. Опа. Смысл в том, что раньше, когда стримов не было, все хотели что-то поделать. И, короче, то же самое за Майкером повторяли. И был какой-то чувак, я не помню откуда, у него был вот один такой ролик. Я просто по приколу решил его посмотреть. И вот там это было. Он пародировал Майкера. Это его шутка была про Warcraft для слепых, и вот это вот там виз бежит, там дыха бежит, виз диспелится, это вот все от него, я просто его тоже пародирую, так что ты не меня пародируешь, а пародируешь какого-то там третьего типа, ну это так, вдруг кому-то интересно. Я спасибо за экскурс в историю, это был Вячеслав. Короче, да, это знаете, не вы не меня. Вы не меня пародируете, это я пародирую типа, а в итоге вы другого типа пародируете. Это есть ирония, есть пост-ирония, а здесь. А есть мета-ирония. Что? Шаришь, еще мета-ирония. Мета-ирония не знаю, что это такое. А это следующая ступень после. Что там есть? Ирония, пост-ирония, потом мета-ирония. Это когда ты выкупаешь все предыдущие стадии и угораешь с этого. Переиграл. И уничтожил. Уничтожил, унизил. Элкантер опять может. Короче, я вынужден отойти на 10 минут. Просит кирпича, Элкантер. Я вынужден отойти на 10 минут. Все, скоро приду. Но стрим работает, так что вы тут давайте. Ну хорошо, мы тут даем. Примечательно, что красный забрал именно Рипли, а не Ричи, хотя у Ричи для этого были все предпосылки. А еще примечательно, что есть грейд на плюс один в броне Гранта, но до сих пор нет грейда на грубые силы. Да что же это такое-то? Я напишу, может быть, что ли, после игры Ричи. Да, это не будет сильным нарушением регламента? Не знаю, я бы не стал писать. Да, ну ладно, не буду писать. Ну просто, ну это прям... Ну по итогам, да, сейчас нет. Писат какой-то, ладно, не буду писать, между. Пусть сам соображает. Ну это вот прям вот, что это такое? 2000 у человека ММРа. И нет грейда на грубую силу, когда 1348 дерева. Там же он, золото-то мало стоит, он тут дерево стоит много. Что-то мне не нравится состав армии у Ричи, если честно. Да, мне тоже. Особенно с учетом того, что Рипли начинает рифлов добавлять. И у него МК уже все-таки третий. Но Рипли 66, а у Ричи, наверное, 50. Нет, у обоих 65, у Ричи 66. Тут просто проблема простая. Виверны занимают много лимита, при этом быстро умирают от рифлов. Вот они прям рушатся. Шадоукантеру нужно очень много маны, чтобы все это...
Поэтому виверна мне не нравится категорически. То есть лучше бы здесь были катапульты вместо виверн. От них было бы толку больше, на мой взгляд. Ну, тык в коня. Тык в коня, да, православный. Но только есть проблема. Ну, 66 у Ричи, по-прежнему у Рипли 53 уже. Причем часть лимитов в кадоях, обрати внимание. То есть Ричи заказывается дома, а у Рипли не до заказа, но ресурсы есть, кстати. До заказа мог быть сделан. И Shadowhunter упал. Это я прощелкал, но Shadowhunter-то упал. Тут есть инвул, тут есть пятый левел. Но с другой стороны, СХ меняется. Да, разваливается вся армия Хумана. Да. Но Shadowhunter жалко. Ну, может, выкупит его. Да, может быть. Но тут на самом-то деле очень мало осталось, поэтому уже тут даже вот на таких хитах войско орка гонит Хумана. А Shadowhunter жалко. Он еще и с банкой умер, ну, с камнем. Ну, у Ричи все отлично в этой игре. Как я и говорил, Ричи может вполне. То есть по их встрече в группе было видно, что когда Ричи цепляет Рипли с самого начала, начинает душить, то у Рипли все плохо. И задача Ричи просто полученное преимущество реализовать в экспанс. Если это получается сделать, дальше. А, ну экспанс стоит уже все. Тогда все хорошо. Он давно стоит. Он как бы не просто стоит, он уже выкачал 4000. Ну тогда все хорошо. Ну, проблема большая в том, что у Рипли сейчас нет лимита совсем. Он очень много потерял. Убил Shadowhunter, да. У него раскачались герои более-менее, да. Но здесь Блейд пол шестого. Сейчас он нарежет просто тут все на свете. А Shadowhunter-то вот он. Ну, как бы умереть умер, но он даже банку сканул. Ну, вот Виверны, конечно, очень такие... Это тут два рифла. Не могут танковать. Даже два рифла их быстро. Вот, казалось бы, удивительно, но факт. А тут сейчас минус конь, да? Эх. Да, это так. Здравствуйте. Да. Да. Здравствуйте, Ричи. А что, играете? Ну, да. А третья победа будет сегодня? Да, еще одна игра. До трех побед. По пять, да? А, ну тогда создаю следующее. А почему? Мы просто три карты оставили, когда черкали. Ну, зря. Best of 5. Плей-офф и Best of 5. Это было где-то даже в анонсе. Договаривайтесь. Блин, ну это жестко будет 5-то, я думал финал только. Ну как, нет, финал Best of 7 вообще и с бонусом. Для того, кто вышел из верхней сетки. А что за бонус? Ну плюс одно очко сразу, ты 1-0 ведешь, кто с верхней сетки вышел. А, ну, 1-0, то есть и... надо выиграть. Надо выиграть просто, 3. Просто 1, надо выиграть 6, ну плюс 3, да? Одному надо 3 выиграть, другому 4. Ну просто мы делали же в прошлый раз Best of 5 везде. Не, подожди, по 7 это и есть 4 победы. Ну да. Ну, то есть надо пятую выиграть, если ты с лузеров падаешь. Нет. Тот, кто пришел из венеров, тот начинает со счета 1-0. Ему достаточно выиграть 3 для победы. Да, ну да. У нас Best of 5 всегда же было в плей-оффе. Вообще всегда. У нас не было никогда момента, когда в плей-оффе у нас Best of 3. Во всех турнирах было Best of 5 всегда в плей-оффе. Это ничего не отвечает. Ну и мы играем вам с Рейвеном вчера Best of 5. Так, а что с картами? Ну, видимо, последние забаненные. Сейчас, погоди. Или может еще раз вычеркнуть? У тебя что? Да все просто, последние две карты, которые вы обе черкали. Не, подожди, ну это сложно. Мы сейчас заново просто чёркнем то, что мы... Да, вычёркиваем заново, потому что последние две это некорректно, да, потому что, в принципе, могут последние оставлять те, которые подозревают, что вычеркнет противник там и так далее. Это вовсе не обязательно, что та карта, которая мне больше нравится. Последние две некорректно.
Какие карты играли ГИ, ЛР и Т, ДМ. Ну смотри, у нас 6 карт остается, да, которые мы не играли. Ну вы сыграли сколько? 3. 3. Осталось 6. Осталось 6. А, да. Как нам чёркать? Вот по той же схеме А, Б, Б, А, Б? Или А, Б, А, Б? Ну, А, Б, А, Б, Б, А. Вы просто из этих 6 карт убираете сколько? 4. Вы из этих 6 карт убираете 4, одна его, одна твоя остается. А, Б, Б, А. Да, 4, да. Вам же осталось сыграть максимум 2 карты, потому что сейчас счет 2-1. Ну, вон в правилах-то написано все, что all matches in the brackets are best of 5. Короче, тяж, Саш. Сейчас. Сейчас он выберет. Значит, это уже 7-й раунд, P7. А, подожди, не этаж, низ. Ян Кандет там, наверное, нагруженный сумками идет. Сейчас, подождите, попозже. Я не видела график на сентябрь. Я попозже посмотрю. Так, пока не видно. Я создаю. Ну и силы этот низ еще. Вот. Выходите. Так точно. Не, ну и заходи. Захожу. Так, все, Ричи от нас отключился, все замечательно. Я хранил обет молчания, ничего не сказал про грубые силы. Меня так и подмывало, но нет. Мы за фэрплей. Но Ричи какой жесткий. Моя-то ставка была 3-2 в пользу Рипли. Она еще, в общем-то, может сыграть. А что-то прямо Ричи сегодня в ударе. Побеждает. Не зря говорил, что страты не палят в группе. Ну, не знаю, мне казалось, Рипли, конечно, его как-то легко должен был победить. Это где? Вот против Ричи. Мне казалось, что Рипли, ну, 3-1 сыграет. Да, думаешь? Не знаю. Ну, итоге Ричи вон. Сильный игрок. Ричи — это один из тех игроков, который занимал на нашем внутриклановом первое место.
Причем не отдав ни одной карты за весь турнир. На самом первом турнире Ричи просто уничтожил всех, включая меня дважды, один раз. Ну как, трижды, да, трижды. Я ему проиграл в групповом этапе, в верхней сетке плей-оффа и потом в гранд-финале. А агента два раза он, по-моему. Или нет? Нет, агента он один раз тогда забил. Он агента тогда забил в группе и больше с агентом не встречался, да, вот как было. Потому что агента высадил в тот раз Рейвен в нижнюю сетку, а в нижней сетке, по-моему, я его убил. Кажется. Уже вот в финале лазеров. Но Ричи тогда просто всех экспанд. Невозможно просто было с ним ничего сделать, он просто был машина. С тех пор, ну, мы где-то подтянулись, где-то Ричи, может быть, подослаб. И мы сейчас с Ричи уже справляемся. Но Ричи очень сильный игрок. Талисман, плохой артефакт. Ну, для архимага, наверное, да. Этот артефакт хороший для тех героев, у которых много хп. Много хп и мало брони. Он очень хороший для алхимика, для таурена. Для архимага, да, пожалуй, что он бесполезен. Для жука, кстати, довольно неплохой артефакт. Я помню, жуку. А? Жуку кольца нужны в основном, чтобы он танчил и все. Ну, у него броня-то есть. Это же как бы экстра броня дополнительно. У него много хп, его долго бьют, броня у него есть. Я помню, что с каким-то андедом я играл, он мне жука окружил, а у меня талисман. И я ему жука окружил параллельно. У него жук уже там умирает и ТП нажимает. А мой жук еще там наполовине, да. Из-за того, что... Я вернулся. Поэтому, ну, ситуативно, но может быть очень хороший. Да не, нормально, архимагу, талисманчики, мясы вообще классно. Особенно, когда у тебя 400 жизней. Ну, хпшки мало, он же как раз работает хорошо, когда много хп. Он работает всегда хорошо, вне зависимости от того, мало у тебя или много. Я имею в виду, что он... Да, он работает типа намного круче, когда у тебя 900 тысяч миллиардов жизней. Понятно. Да, больше ударов, фитовый. Больше мясов. Если у тебя мало брони и много хп, то этот артефакт крутой. Но когда у тебя 400 жизней, примерно как у рабочего, трех. Рабочего 240, что ты? Ну, агру трех. Тут 240 у архимага и еще сколько получается? 235. У финда больше жизни, да? У финда 500. 575. Да, у финда, наверное, 525 или 550. 505 у рифла и побольше. Вроде 505 у рифла, да? Короче, мясы там нормально. Особенно, какая? Когда там БМ какой-нибудь. Ну, против БМ может быть. Не знаю, ну тут же надо сравнить еще с тем, что еще может. Может же выпасть банка. Не, ну банка это вообще... Полезная, а банка не... Не, банка-то не выпадает, по-моему. Да ладно. Там не выпадает. Серклетка выпадет, у тебя жизни, маны. Мне казалось, банка выпадает. Этот... Нет, конечно, самый крутой артефакт, это, естественно, шар просветки. Либо шар. Банка на нижних. На нижней, да? Желтой падает. Да, здесь вот. Да, наверное, да. Это я путаю. Да, здесь, скорее всего, талисманы всякие. Тут амулет маны может выпадать. Вот. Мана, жизни, шарик, серклетка. Ну, пожалуй, амулет маны самый сильный артефакт. Из тех, что там может выпустить. Не знаю. Для архимага? Наверное, либо архимага жизнь, может либо быть миссия. Нет, но для инкида точно. Ну да. Ну, как бы баришку сразу турен собрал. Полезно. 800 жизнек сразу. Да. И вот ему, если еще артефакт на миссы, то турен прям страшно. У него две брони всего, то есть броня работает плохо, то миссы. Я ему брейсер еще бы, было бы неплохо, а тамки болта это больно, да. Бьет. Пока ты отходил, Ричи ведет 2-1. Он выиграл, да, тут? Да. Хорош.
Так что рич это давит. А тут рифлы пошли, слушай. Да, пошли рифлы. Ну а чего, базар стоит, работает. Два барака есть, рипли сделал выводы. Тут опять шаманы. Два барака будет эффективно. Не, ну сейчас шаманы это фейл. Вот прикол, что шаманы так себе. Магазина не хватает, рипли. Магазин. Да он тут и нафиг-то не нужен на самом деле. Ну не знаю. А что ты там будешь? Ну сейчас рифлы начнут пробиваться. То есть их можно отдавать, конечно, вот, а можно... Вот, и... вот так просто не тупи. Можно-то и контролить, в общем-то, так, иногда, чуть-чуть. Рифлов не скопил, драться нельзя. Убегай, рипли, убегай, нельзя драться. Ну что ты? Забей ты на этого гута, убегать надо. Это как с финдами же. Финдов не скопил могучую кучку, драться не может. Да не, Финдов даже скопил могучую кучку. Все равно не может, настроит магазин. Это все-таки Финды. Нет, 535 рифлов. Вот сколько. Я помню, что у них какая-то неканоничная цифра. То есть не 25 и не 50. Вон грубая сила есть. Грубая сила есть? Ну все, Ричи, значит. Да. Ну, он увидел рифлов, сразу грубую силу включил. Казалось бы, Ричи с его стилем грубую силу должен вкачивать первым делом. Рипли, получи третий, прежде чем бежать. Куда побежал-то? Да все равно маны нет. И как раз бы мана появилась. Куда-то рванул. Ну, убивают. По шаманам, шаманам, по шаманам, по шаманам. Да, кому стреляет сейчас? Ну, стреляет, стреляет, стреляет. Чё? Не добил же, ну. Рипли, как так-то? Двух отпустил. А сколько дальность у рифлов, глянь? Маленькая, нет уже длинных рифлов. Он не сделал, 400. Ну, как он не сделал? Она на Т2. Понятное дело, что не сделал. Ой. Толкучка. Храняют. Рич в полтиннике, опять два. Не, ну вот два шамайника в этой игре могут как бы порешать. Не в, в пользу орка. Да, мне тоже так кажется. Ну, рифлы с грейдами должны шаманов развалить. Сейчас, если еще какую-нибудь взять панду... Но тут ХП нужно на самом деле, какой-нибудь алхимик тоже. Алхимика, ну может алхимика можно взять, да. Как бы просто. Ну, ЛМ это просто вот так. Вейв будет, да. Молния и ЛС. Там Стомп. Ну, Стомп, Вейв там. Ну, короче, массовое заклинание. С одной и с другой стороны. Героя Рипли пока никакого не делал. Думает, походу. Делает много рифлов, что там строит, что-то строится. Показал он. Ну поздно очень, МК здесь, конечно. Да, МК поздновато, конечно. Тут бы сейчас бы как вам герой. Но здесь с другой стороны контролирует, опять туда не хочется. Логично. Он просто делает лимит, насыщает. Будет 80, можно будет давать бой. Тут а до сих пор нет. Интересно вообще то, что там две шаманницы. Я думаю, да. Ну, я не знаю. Я вообще особо не видел, чтобы играли барак две шамани. Для меня было откровением, когда Ричи начал так играть. Но, наверное, Рипли, я полагаю, осознает. Ой-ой-ой, сейчас Стомп будет сплитит, жесткий. Да. Надо сплитить. Ну и тут вот но это как 40, раз самый момент, где надо... Жесть. Ой-ой-ой. МК нет, никого да, нет. Надо фокусить Турен. Там два свитка. Молнию хочется дать. Много поубивал Ричи. Да, по-моему, все. Да нет, еще здесь можно играть. Ну, база работает? Работает. База работает, можно еще играть. Но вообще, конечно, да, орк прям жучит. Че, Костя пошел еще таблеток жевать? Наверное. Тут карта потеснее получилась, и вот этот пуш с шаманами в большей степени себя оправдал. Ну, мана рано или поздно кончится. Турен, правда, пьет. Ладно. А газа нет. Бладла сделается. Да, магаз сломали, это важно. Присты делаются. Присты, я так понимаю, что ученики пока. Ну, у него, видишь, одна еще.
эта штука. Да. Штука, так, это просто. По Архимагу работа опять пошла. Ну грунтов грамотно отдает, грунтов прям отдает. Грамотно делает рифы. Правда, Архимага все равно не спасет. Ну и то вряд ли. Ну, убил. Это да, даже хорош, в плюс хорош, то, что сейчас МК начинает качаться. Ой, люто. Отстрелил, здорово, и МК сейчас третий станет. Ну и все, лимит кончился, все кончилось. Архимага сейчас выкупаем и ГГ. Да. Даже не можно смог так. Да, а, ну вот это. Тут поработал грант-то хорошо у нас. Ну поработал, да поработал, только весь лимит-то умер. Шесть рабов убило. МК почти третий, да. Это решает сильно здесь. Рифлы 1-1, шаманы с Бладластом. Нет, еще может Ричи поиграть, но после потери Таурена все перевернул. Сразу отдал грантов, сразу все отдал. МК станет третий, и Таурен-то будет страдать. Тут до этого Таурена некому было окоротить, а сейчас ситуация поменялась. Надо третий да получить хоть фору вот тут. Ну там прям вообще чуть-чуть осталось от третьего. Шкатулку ставит, да? Ричи шкатулку ставит. Ну да, надо аркадить, потому что все плохо стало резко. Надо срочно что-то предпринимать. Но с учетом появления третьего МК, я думаю, что даже со шкатулкой уже будет тяжело. Ну тут, чтобы такое количество рифлов убить, надо Т3 и Таурены. Ну, Т3 есть, Бладласт есть, есть гранты, Тауренов. Что у вас тут происходит? Ну что, плотная очень игра, Ричи давил, получил хорошее преимущество, но в какой-то момент потерял Таурена. Из-за этого Рипли в ответ мертвых. И, ну да, после потери Таурена Рипли еще подстрелил штуки 3 гранта, и Ричи перешел в оборону, поставил шкатулку. Да, Ричи поменял этого Таурена в Архимага, по сути. То есть Архимаг-то тоже умер. Проблема в том, что ну нечем убивать вот этих парней. 3 гранта и тут ничего не сделают. Мало лимита, да. Тут Таурены нужны с пульверайзом. Не, ну он грантов еще делает. Шаман стоит, кстати. Не, надо здание строить и делать Тауренов. Иначе ГГ. Да, причем ресурсы-то есть. Рипли разведал. Ну, да, совсем маленькая армия у Ричи. Сейчас будет драка, видимо. Телепорта нет у Ричи, то есть это такая драка. То есть там сколько? 4, 6, 8, 12 рифлов, да? Если я все правильно посчитал. У Ричи тоже нет телепорта. Рифлов много. Здесь 4, плюс 4, 8, 9, 10. 10 рифлов. 10. А у него 4 гранта. Ну, это банкоман. Банкоман, это, конечно, жестко сейчас. Ты посмотри, какой МК страшный. МК сильный, да. Но вот это забегание. Миссы где было для МК, а? Не знаю, он продал их скорее. Да, он продал, чтобы телепорт внутрь сделать, у него хватало здесь, когда магазин умирал. А у Ричи сколько лимит? 56. Но он только-только вот сейчас поставил шкатулку, она окупилась, он начал заказывать. Ну, гранты так себе, конечно, тут смотрят. Ну тогда второй барак, не знаю. Ну что-то надо второе для этих мил войск, миличников. Ну мало, просто мало. Два барака на один барак не решают. Он переучился на клэп, смотри. Да. Ну и правильно, у него банка мана большая. Много брони, он будет танковать хорошо. Нет, ну, брони. Ну можно отдаться на самом деле, потому что. Можно, зачем? Зачем Ричи дойдет? Герой на него играет. Клэп он крутой, но у него есть минус. Ты клэпаешь, а не фокусишь Таурена. Это да. Таурен со стомпом будет врываться сейчас. Ну еще и теперь банки. Три стомпа. Три стомпа только. Только, говорит, три стомпа. До трех стомпов. Ну знаешь, за три стомпа тут можно всю армию отдать. И молнии еще. Побежит он сейчас вот так вот, на него ЛС, и пожалуйста. Там даже одного стомпа будет. Свитки, скорее всего, перекупил Рипли. Рипли, свитки, не перекупили. Нет, вообще не один. Форсир, что за форсир? Но денег не было. У него же вот здесь забегание было, и обломали. Позиция вообще не очень. Он провоцирует в... Куда орк полез? Что за позиция? Алло! Да, позиция очень плохая. Молоток надо в этого Таурена кинуть. О, Таурен вообще дойти даже не может.
Но вот у Домката плохо. И телепорт даже. Крампы умирают, и хорошо так умирают. Но МК тебя почувствовал. А сколько брони на грантах? Ноль. Один. А где? Два с половиной. Так, ну есть аура, есть своя броня. Алло, Хьюстон, Хьюстон, где броня? Макро играем. В лесопилке даже нет. Понятно. Зато виверна есть. Зачем виверны против пачки рифлов? Играет на грубую силу зато. Не знаю, виверна мне отторгнут. Это неправильное решение. А у МК нет никакого лечения. Ну, по лимиту... Три гранта и просто 900. Но три гранта избивает этот мейн очень быстро. С грубой-то силой, под бладласт. И прям очень быстро избивает этот. Но мне не нравится то, что нету Близзарда. Был бы Близзард, все, игра бы закончилась. Был бы попроще, да. Игра бы давай, просто закончилась. Стомп, 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 давай, дядь. Хороший стомп. Телепорт-то просто есть? Просто пик в мейн всеми. Телепорт есть? Ну и ТП вот надо. Телепорт есть. Ну это, наверное, неплохой был мув, Ричи максимум выжить. Сколько у Хумана денег? У Хумана деньги есть. Ну просто сейчас атака пойдет, отобьется ли Ричи против. Да, он сейчас тоже кажется. Еще потерял не мест. А здесь нет Тенбула, здесь есть Тенбул. Грантов осталось 3 опять. 3 гранта, 5 шаманов. Делают все виверны. Виверны мне не нравятся флы. Не, причем надо было второй барак и лесопилку, делай грейды просто на броню и все. 2-1. Рипли купил свиток защиты, купил телепорт и отправился лынить. Потому что что-то все, у него рабочих нет просто. Ну, один рабочий на дереве. Не может он экспанд себе позволить поставить. Но это грамотно было, что Ричи сделал. Тут в развод надо было это бежать. Грамотно он забежал, но какие он здания построил, каких юнитов начинает печатать. Не-не-не, я имею в виду то, что он убил экспанд, вот этот ТП нажал, это было прям. Ну и надо было сразу бежать на его базу. Диспал есть? Есть диспал? Не, ну тут, по-моему, в салат сейчас будет просто от Хумана. Да, сейчас в салат. Нет, диспал, да, все плохо, у Орка пока что. Диспал есть, еще диспал нужно сюда. Не-не-не. Пятый, Таурен пятый. Он сейчас какой развалит. Не, ничего не развалит, он сейчас в алтарь улетит. Я говорю, он развалится от ТЦ. Инву пошел на ТЦ. Нет, не Инву. Нет, Инву передал и не нажал. А так-то лимиты сравнялись, если бы ТЦ не умер. Нажалось, да? Если ТЦ не умер, все было хорошо, но в итоге умерло все. Проблема в том, что он построил бестиарий и сделал три виверны. Рипли надо нажимать телепорт, видим? Нет. Она была барак, 6. Либо тауреницу и грейды на броню. Ну еще 2-2 будет решающе. Ну ты почти угадал, слушай. Вот это матч. Ребята. Да. Прям очень плотный, мне нравится. Плотно. Так, это какая четвертая игра? Мисс. Но пока две шаманицы оба раза проиграли. Там можно по-разному говорить, почему они проиграли, но статистика у них... Да? Отрицательная. Угу. А Блейд два раза победил. РНТ 8. Геймнейм. Чё там, Young Undead? Его в сети нету. Мы тут в предвкушении, а он всё с сумками. Понятно. Да из магазина. Какой магазин в 11 часов вечера, алло? Ну, я не знаю. Ну, мы с ним списывались в 22:00.
Ну хорошо, сейчас 22:36. Что, БМ или форсир ставки? Я думаю, ФС здесь будет. А я думаю, БМ должен брать, потому что БМ он два раза выиграл. А тут рифлы, что ли? А как ты понял? А тут рифлы, что ли, да. А тут рифлы, что ли, с паладином вообще? Да. Это поворот. Ну, рифлы, да, заготовочку решил исполнить. Агент же два раза рифлами по пичи. Причем на ТАш он его победил. Ну, если там ФС... Нет, смотри. Нет? А что это такое? Что-то хитрое, я пока вообще тогда не понимаю, что... Или может... Ну это, наверное, такие рифлы просто. Да, это такие рифлы. А в чем суть? Типа быстрее героя сделать, чтобы герой, с ментами? Чтобы побежал он с ментами крепиться, видимо, да. Я понял вас. Это такие рифлы. Нам неизвестно. Может, это вообще тогда будет не паладин? Я думаю, паладин будет. Ну а что, МК что ли? Ну странно. А с той стороны какой герой? Б. А с той стороны Блейдмастер. Нет, ну тут уже психология должна срабатывать, потому что на глубоком матче, на длительном. Вуди вот стратеги? Блин, нет. Да не. У Ричи свои стратегии. Кстати, ты вчера играл орком? Да. И чё? Играл, он там всех разуплотнил. Причем я разуплотнил эльфа, которого разуплотнил ненависть. Перед этим, да. Ой, ему нашел тоже, чем выпендриваться. Эльфа он башнями выиграл. Фу. Аж картинка-то вспомнилась. Ну, любопытно, как будет. Потому что как раз после рифлов Ричи сказал, что страты он не паль. В групповом этапе. И в полной силы не играет. Я вот на прошлом турнире не играл в полную силу. И в итоге вылетел. Вот. Это вообще плохая инициатива. Не играть. Моя школа. Да. Так, ну зато теперь Ичи знает, что это паладин. Ну то есть он знает, что это рифлы. Паладин пока не знает, но рифлы. Чик-чик-чик, нарезаете. Подлечивание. Ну, не знаю я, кстати, зафига не выйду. Паладина это... Ну просто время тянет, да? Что паладин не крепится, а вынужден тут где-то тусоваться. А ему Т2 надо нажать побыстрее, чтобы Владмаг вышел. Ну да, наверное, логика есть. Окей. Ну, Т2 орк побыстрее. И прилично так побыстрее, на треть где-то. Ну, зато юнитов нет, а тут уже три. Так и чё, в чём плюс такого билда? Ну, имеется в виду, что алтарь побыстрее? Да. Ну, не знаю, видишь, он закрепил вот эту точку. Я, например, вот эту точку обычно не крепил вообще, если я играю по один рифт. Так, а тут есть проходы везде. Поэтому что-то как-то даже сюда паладином-то и бежать не хочется. Много рабочих накерненных. Но паладин должен быть третий, если он хочет воевать. Поэтому воевать сейчас, очевидно, совершенно рипли не хочет. Крепить наглый магазин, ну это странно. Опа! Купил. Он купил церклетку и пошел наглый крепить. Продал эту. Окей. А что он продал? Перчатку. Перчатку? Ну да, перчатка ему точно.
маны нету глида совсем. И стафа нет, и ничего нет. То есть гипотетически его можно было попробовать закрыть. Но нет. Рипли даже не пытается, видимо, понимает, что сильный это герой. Да еще предметы такие. А второй будет еще все жестче будет. Да. Ну, с другой стороны, паладин почти третий. Паладин, получается, за рабочего. Этого рабочего убили раньше, за рабочего и майнинг тайм пока что выиграл время на получение почти третьего левела. Я на это смотрю из своей игры, просто вспоминаю. Тоже ну а что, ничего, нормально все пока уходит. Мог просто закрыться и ничего бы этого не было. Да, мог просто закрыться, он надырявил очень сильно, у него дырка здесь, дырка здесь, дырка здесь, дырка здесь. И только сейчас закрылся. Поздно ты уже, друг, закрылся. Ну да. А тут дырка все равно осталась. Ха-ха. Ну, 4 дырки. Ножа не бойся, бойся вилки. Один удар. 4 дырки. 4 дырки. Вот это про базу ритма. Ну, даже я так не застраиваю, слушай. Ну, наверное, он не часто играет в паладин. Что значит, не часто явно, играешь в паладина? Всю жизнь чувак сидит на хуманах, играет. Ну что? В любом порядке здание должен уметь строить. Я вон играю на андедах. Я все время, я зиггурат вот при вас. Просто забыл зиггурат. Чуть не проиграл орку. Одно дело забыть здание, другое дело здание строить. Ну, а построить-то криво, это же милое дело. В определенной сетке. Вон, сколько раз на экспанде я строил некрополь так, что потом не мог зиггурата нормально построить. Хотя я знаю, как надо строить некрополь, ну просто криво. Это не от того же, я не знаю. Я знаю, да, надо хорошо строить некрополь. Опа, паладин-то голый. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, молоко. Магазина нет, это большая проблема. Нельзя без магазина. Да сейчас третий будет, все будет хорошо. Третий будет, да, но... Все, беготня, погнали. Здание строим. Нужен магазин. Рипли, нужен магазин. Ты не говоришь, что ты опять просто гранты шамана? Нет, гранты шамана контрит паладин с рифлами. А вот я как раз с Ричи тоже это обсуждал. Едек показывал, как это делается. Таурен со стомбом. Гранты с броней. Ну, правда, они с броней должны, ну, если билка делается, да. Должны быть с броней, с грубой силой есть. И шаманы, да, и Бладласт, и ЛС, и все, поехали. Они просто сминают их. Вот Рич, а, вот он, вот. Мог бы сейчас вот пойти Туренчика покрипить где-то, каблы. Но нет, он бежит всеми. Любитель? Да. Проблема в том, да. Что тут много... Профессионал, любитель. Профессиональный любитель. Профессионал побегать всеми. Бам. Опа. Ну, рифлов нельзя отдавать в этой стране. Ну, как бы рейдеров нет, извините. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, паладинчик-то все. А чё, а где магазин? Ух, и все, приехали. Нет, нет, пока не приехали, но почти, подъезжаем. Можно в базу просто ТП. Крит? Нет, крита. Не в базу еще сделал. Ну, где магазин-то? Ну, Рипли. О, еще и рифл застрял. Ну, прям я себя вижу. Да? Я вижу себя. Тут что, теперь нет прохода? Он все проходы закрыл. Да? Лично. Так я про это могу. Ну, говорю. Да, нет, с такими играми, конечно, Рипли здесь не должен побеждать. Хоть я на него и поставил, что он 3-2 выиграет, но это какая-то жесть. Что-то он, агент прям видел... Что делать, понимал. А тут плюс один нет. Это тут все открыто. Магазина нет до сих пор, хотя игра уже сколько длится. Возрадуйтесь, не придется деньги отправлять. Какая-то шняга. Ну как не придется? Риплич может всех убить в лузерах, даже если здесь проиграть. Ну с такой игрой навряд ли. С такой игрой, да. С такой игрой. А он забыл про этих двух рифлов. Но он не да, то, что забыл, рифлов. Он ничего сделать не может. Уткнулись. Не, ну они могли бы бить ферму. Мне будет забавно, если он просто придет через А, убьется. Это да. Ну вообще не должен, так по ощущениям.
Ну а где? Где Бладласт или еще нет пока? А где но паладин, который лечит рифлов? Бладласт только доделывается. Паладин бежит. Ну вот, да, вот, вот это вот то, что должно происходить. Просто они сминают рифлов по одному. Паладин не справляется. Ну, паладин бы справлялся, паладин, лечи, если он лечи, хотя бы паладин, был бы лечи, рядом. Чё ты не лечишь? Паладин, бегаешь, чё ты? Да он боится, что его блейд затыкает. Ну, минус. Ну, это хрень как-то. Не-не-не-не-не. Рифл от этого падает. Ну, скорее всего, пьяно играет товарищ. Не знаю. Ну, очень плохо играет эту игру. Ну, минус... А, я тут не увидел этот. Ой, и минус это, да и без телепорта, короче. Ну, понял. Приехали. Опять приехали. Ян Кандет, что там, на месте? Я то его. Артак на месте! На месте! ЦСКА здесь! Все спортсмены на месте! Чё, гоу? Тут даже рабочие вышли перетереть на троих. Что вообще происходит? Как Риплет играет? Ну что вы булите, я не пойму, парни. Может, у меня просто день не с той ноги начался или заканчивается. Да, да. Но мне кажется, я вчера в первой игре, и то лучше. А, не, это вот, вот сейчас стратегия пошла ненависть. Вот собрать 70 лимита и крепить зеленую точку. Это да. Это есть такое, ненависть этим отмечался не раз. Зато когда... безопасно. Безопасно, да. Когда противник там имеет 4 юнита, крипит красный, у тебя там, значит, экспант работает, все, 80 выходим, и такое, вот это вот деление. Раз, обязательно ее забрать, конечно. Кстати, престол делает парень, так же как агент. Да, ну, я уже не причем знаю. Причем два здания. Суть-то в том, что вот, паладин дохлый. Вы не поняли, это стратегический резерв против надвигающейся угрозы со стороны Вивер. Я думал, ты скажешь, со стороны США. Ну при чем здесь США, господи? Алло. Ну как-то предложение так оно мне... Лексически. А говорили, что я курю. Он Серега просто с условного пальца смеется. С какого условного пальца? Ну, как в детстве, знаешь, типа, смотри, палец. Он дергает, да, дергается и так далее. Смешно. Условный палец. Условный палец. Сейчас у тебя условный даст за палец. Будешь там 2 года пальцем шевелить. И от червячочков отбиваться. Да нет, так-то условный-то это хорошо же. Это же не отбывать, значит. Ну да. Рифлы, рифлы вырвались на свободу. Тут Грант, смотри, убийца. Опа. Тут любопытная история. Передача маны. Не кому-нибудь, а брейкеру. Ну, чтобы этот поворовать. Лечить надо. Ну, что-то такое себе, я тебе скажу. Все, приехали. Опять. Ну, я вижу какое-то сочинение прям на вот, на прям в реал тайме, как я вчера играл. Вот то же самое. Вот прям моя игра. Чувак на 1700 играет. Хотя ну, 1300 ладно, на 1700. Ты вчера сильно играл. Смотри, Слава, ты скоро станешь трейдем после Вуди Вуды и после агента. Я всегда им был где-то там между ними. Конечно, он всегда им был. Я тебе уже Сингроса говорил, что вот я тебе даже пример приводил такой с личностью, что есть игроки, против которых я стараюсь играть хорошо. Вот, например, Рейвен, говорил я тебе. А вот вчера не получилось хорошо-то. А я старался. Ну, как говорится, хотел как хорошо, а сделал, получилось как обычно и как там. Как всегда. Всегда. Как Виктор Степанович завещал. Оп, оп, ну где же этот? Шилд, шилд. Бэм в астрал пошел.
О, там арба уже. Гранты 1-1, арба. Я не знаю, тут, по-моему, орка в 40 раз больше. Нет, лимит одинаковый. Ну, да почти. Ладно. Рич просто не верит, что он побеждает Рипли, поэтому дает шанс. Ну, не знаю, я думаю, что он просто верит. Бэдблок, бэдиблок, бэдиблок. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Грунт бежит, паладин бежит, стреляют. Рипли побеждал всех в нашем плане, вообще всех побеждал, поэтому я думаю, что победить кого-то для него не станет сенсацией никогда. Ну, что-то такая себе отвратительная позиция. Да, ну все, рифлы разваливаются, хуман закончил. Плохо лечит. Рипли плохо лечит. Паладин лечит, у него очень низкий кулдаун лечения. А он большую часть времени бегает. Вот он сейчас рифлает, а он тут бегает, толпится. Кто ты? Просто плохо лечит. А в этой страте нельзя плохо лечить. Если плохо лечишь, ты проиграешь. А гранты шамана эту страту давят, да. Прям чётенько. Ну вот посмотрим, что там. Ну, там есть агент Джаздуит, если Джаздуит все-таки, то еще ладно. Вроде Джаздуит написал, что он все-таки будет играть, там темп отозвался. Суббота не может быть. А Джаздуит не девочка случайно? Нет, вроде. Ну просто какие-то такие понятия, я буду, я не буду, я хочу, я не хочу. Ну у нас вот мне хривин. Сейчас в чате человек, который тоже отказывался играть с агентом. Кто? Ну тут, тут ты можешь выбрать, у нас тут несколько. Ты тоже отказывался играть? Ну я-то уж точно не отказывал. Я когда-то отказывался с агентом играть? Конечно. Я отказывался с Фудивудом играть, но чтобы с агентом. Нет, отказывался. Ты отказывался играть с агентом на том турнире, где ты его высадил в сетку лузеров, потом сам попал на него в сетке лузеров. А, стал... да я там вообще забил, да. Я ж не играл вообще ни с ну, кем вот, больше. Да, и ты отказался с ним играть. Нет, я не с ним, поэтому, я вообще просто перестал поэтому играть. Агент попал на меня в сетке лузеров, я его тогда обыграл, а меня все равно Ричи в финале забил. Ты, короче, вот. Это запомнил, да? И я запомнил, да. Потому что я-то думал, сейчас ты второй раз агента высадишь, и я с ним играть. Я тебе предоставил это удовольствие. Да-да-да. Играй с ним. Все, Таурен пришел. Рипли разваливается. Да, жестко, конечно. Но как-то с самого начала все пошло не так. Начиная да, с постройки с этими, зданий неправильно. Да, с этими дырками, вот этими. Заканчивая по самой ситуации. Ну, в любом случае, матч получился очень хороший. Ну, потно, да. Пиши Ян Кантеду, он не выходит на связь. Блин, вообще пот. Да, матч у вас очень классный был сегодня. Что я хотел сказать, Ричи? Я не стал это говорить. Мне посоветовали, что принцип фэрплей не нарушать. У тебя во всех играх, кроме последней, реально, ну, может быть, кроме двух последних, да, вот до перерыва, да, ты не делал грейд на грубую силу вообще. То есть ты его делал под самый занавес, хотя ресурсы были все время. И гранты были, и они что-то дрались, а грейда на грубую силу нет и нет. Да, и на Нисе ты, короче, зачем-то построил бестиарий и начал делать виверн, когда надо было против добавлять... Да, добавлять... Да, да, я немножко грейды. Забылся, я, да, это был я момент, да. Лесопилку там, грейды, и там, либо барак, там можно было просто туренчика построить. Ну, либо тауренов, либо я, второй я барак. Я просто там грейды нужны. С того, что у него либо, ну, грейды были сделаны на броню зданий, потому что один рабочий вычинил мейн, пока я потерял 10 нахрен лимита. Вот это меня вообще... Да взбесило. Ладно, тебя там 3 гранта било этот мейн. Да всеми я бил его. Так у тебя ничего не было, кроме 3 грантов. Ну, у тебя был шаман, который наносит 0. Портанулся, писал 50. Был миллион шаманов, они наносят по зданиям 0. У меня 60 лимита было. У тебя 3 гранта было. У тебя 3 гранта било, да, и 2 героя. Да. 2 героя, 3 гранта. И какие-то шаманы тусили. Точно. Шамана было, сколько поэтому, там? Поэтому, естественно, тебе этих 3 грантов и убили, пока ты убивал за мейн. Потому что он по ним стрелял.
Но я еще удивился, как они быстро его убивают. То есть я был уверен, что... Так они под Bloodlust'ом... А они очень быстро его убили, на удивление. Ты играл, ты и Валки. Так, вы играли первую игру на какой карте? Первая. На Эхо. На Эхо первую вы играли? Да, потом Эхо была. Вы играли потом на Тейм. Медоуз, потом вы играли на Элэри. Потом вы играли потом на Низ, потом Тэш. Да, да. И сейчас я реплей могу загрузить. Я еще сохранил. Короче, я стрим стопаю. Все, ребята, лайки, подписки, все дела. Все, всем бога. Ну, матч был замечательный. Матч там такой, очень достойный.